отделение духовых и ударных инструментов. Человечество знакомо с искусством музыки с давних пор. Археологи постоянно находят различные виды музыкальных инструментов в местах, где проживали наши предки. Предполагается, что первые инструменты были ударными. Они позволяли задавать ритм, необходимый для однотипной работы. Некоторые находки говорят о том, что духовые инструменты также уходят своими корнями в глубокую древность. Духовые инструменты прочно заняли свое место в сердцах меломанов, как в классических произведениях, так и в современных музыкальных композициях. Их завораживающий звук продолжает радовать слушателей. Высокий уровень подготовки студентов духового отделения – результат серьезной, кропотливой и вдумчивой работы преподавателей. Он дает выпускникам возможность продолжить музыкальное образование в вузах страны и быть профессионально востребованными. Выпускники и студенты Приморского краевого колледжа искусств образуют основной состав духовой группы практически в каждом инструментальном коллективе Приморского края. Многие выпускники отделения работают в крупных городах и исполнительских коллективах России, успешно представляя Приморскую исполнительскую школу. Отделение духовых инструментов по праву гордится своими преподавателями и выпускниками. Преподаватели духового отделения воспитали немало лауреатов зональных, областных, международных и всероссийских конкурсов. Молодой педагогический коллектив полон сил и уверенности для достижения новых творческих побед и успехов в воспитании новых талантов. Мы ждем вас на отделении духовых и ударных инструментов.